Все или еще будет? Забиваю место, а? Запускай. Спокойно, а то упадешь еще. Игорь прыгуна поймал. Торпеда. Спокойно. Кабаньера. Опа. Можно выдохнуть. Кобыла хорошая. Чем ответит Велдра? Там тишина вообще в углу. Наливай кислотный клавиш. Юрик. Да? Тебе вода в рот не капает? Дождя вроде нету. Димка кружится на этом самом, смотри. Чувак, космонавты готовятся. Это было поклёвка этой рыбалки. Не ругайся, конечно. Ну так она видал, как сигать начала, как бешеная. А, ну поэтому начала кружиться. Там скучно. Буду сидеть и курить, что меня идет. А, ты в судьи попал сегодня, да? Цепа. Тяни, тяни, коряга, с приманками сейчас будешь. Так, Сашка припарковал рыбу. И неужели ни одной приманки? Зачет. Так, кто-то паркует. Кто? Рубланс. Рубланс паркует рыбу на сару. За хвостную. Не зачет. За хвостяру. Сашка, Сашка, нет.
Раз, да, на, раз начал матом уже гнуть, все, уже нервничает. Антураж, да. Рыбалка так не успокаивала, поубивал, да? Таня, если бы рыбалка так не успокаивала, поубивал. Сергей, расскажите, пожалуйста, как вы добились таких больших успехов в аварийной ловле? Вы же никогда, да, не участвовали, и вдруг сейчас вот буквально всех рвете, рвете на непонятные, да, приманки. На зелененькие? Покажите зелененький свет. Я видел там оранжевый. Да, а, понял. Вот это зелененький, да? Там все разноцветные. Понял, да. А что, уже начинают, да? Да уже пора, уже ловят уже полчаса. Минута до старта. Вот там будет интересно. Там Сашка с Сашкой. Там два будет. У меня все слетело, представляешь? 20 очка рыбы там запустили. Я понял. Прямо. Да? Вверх, о, там будет все интересно. Ты что-то говорил? Здесь уже паркует, Рейнис паркует, Иннерс паркует. Там вдали паркует рыба. Здесь пока грустно.